Компания Фонет любит своих клиентов. Мы прислушались к мнению, пожеланиям наших абонентов, которые хотят видеть Фонет в разных частях города Оренбурга. И очень много пожеланий было о том, чтобы мы открыли офис именно в Степном районе. Поэтому мы делаем подарок нашим абонентам. Мы открываем наш офис в Степном, в торговом центре «Север» по адресу проспект Дзержинского, 23. К открытию нашего офиса мы готовились на протяжении нескольких месяцев. Мы составляли проект, продумывали дизайн нашего офиса. Хотелось сделать наш офис таким необычным, интересным, удобным для обслуживания наших клиентов. Таким, чтобы клиент, который придет к нам в гости, чувствовал себя очень комфортно. Компания Фонет всегда отличается своим сервисным обслуживанием, которое начинается от того момента, когда клиент приходит просто к нам в офис, получая положительные эмоции от того, как его встречает, как его обслуживает, как решает его вопросы, до того момента, как его подключает и дальнейшее сопровождение, естественно. Поэтому каждый абонент или просто гость компании, который приходит к нам, он может оценить, ощутить вот этот сервис, который оказываем мы. И мы стараемся быть ближе к клиентам, убрать вот эти границы между клиентом и сотрудником компании. И именно поэтому мы делаем все от нас зависящее, чтобы клиент всегда был доволен. Пользуясь моментом, хотелось бы пригласить всех жителей города Оренбурга на наше праздничное открытие нашего нового офиса, которое состоится 5 декабря в 15:00 по адресу проспект Дзержинского, 23 в торговом центре «Север». Приходите всей семьей и получите хорошее настроение, ну и отличные услуги.